В итоге сиреноголовый скрылся в ночном лесу. Его еще долго пытались найти, но все попытки увенчались неуспехом. И лишь короткие сводки. Так, подождите. В этом же... В этот год было первое. Вот мы и добрались до самого главного. То, что я не помню. Вот мы и дошли до самого главного. То, над чем я работал все это время. Это самое главное. Что там? Вот она. Удача. Рыба моя мечта. Вы ничего не перепутали? Ведь... Погоди, вот так вот мы и снимаем. Смотри, я тебя спрашиваю до этого. Получается, это не оружие? А, я говорю, не совсем. Это переносной компактный бульбулятор. Вот это поворот! Но оно точно меньше, чем основной портал в лаборатории, основной лаборатории. Не понял. Ну, очень интересно. Все верно. Не очень веселые перспективы. А так все понятно. Пойду убивать сиреноголовых. Пиу-пиу-пиу-пиу! Пау-пау-пау! Все, можно, у тебя тут эта же волосинка на лице. Прям на лице. Вот так вот, да. Так лучше. I'm sexy. And I know it. I'm sexy and I know it. Все понятно. Мы все поняли. Ребята, только будьте осторожны. Это очень хитрый и коварный зверь. Не так. И да, еще. И да, еще. Ищи еще. И да, еще. И да, еще. Кому тебе дать? И да! Будьте осторожны. Это очень опасные и хитрые создания. Да, его есть. Ты кричать должен. 400 метров. It was at this moment that he knew he fucked up. Тима, мы на месте. Старый заброшен.